еще страшно. Всем привет, друзья. Ну что, вот подошло время показать вам фрезу. У кого такой трактор, делайте так фрезу. Земля очень твердая сейчас. Будем проходить несколько раз. Вроде места немного приходится подкрутиться, грубо говоря. Это времени очень долго. Вот так вот разворачиваемся. Напоминаю, стоит и электрогидроцилиндр. Работает от аккумулятора 60 ампер-часов. Ну что, вот так приходится разворачиваться.
сбивает немного передачу. Так получается. Пару раз проедем, будет нормально. Земля очень твердая была, укатали. Как всегда, мы свой огород. Но ничего страшного.